Все пояса мы с вами рассмотрели, в том числе и пояс журнала Ring, неофициальный титул лучшего супертяжеловеса планеты, но и официальный титул также принадлежит Владимиру. Ну и что, сейчас ждем от Майкла Баффера отмашки, запатентованной фразы. Sanctioned by the BDB. President Thomas Putz, supervisor Jean-Marcel Nards. Все ждут этих слов. Официальная пауза немножко затягивается, но когда скажет свое слово Майкл Баффер, тогда и будет дан старт этому действу. Рефери в ринге сегодня Сэм Уильямс, судьи боковые Алехандро Лопес Сид, Дэйв Перес и Роберто Рамирес Старший. Сейчас их объявит Майкл Баффер. Интересно, что Роберто Рамирес из Пуэрто-Рико. Дэйв Перес, известный судья из Англии, ну и мексиканец Алехандро Лопес Сид, который совсем недавно обслуживал поединок Хуана Мануэля Маркеса против Сергея Федченко. Ну вот, прозвучал клич. Давайте готовиться к драке. Еще раз статистику. Мы с вами узнаем еще раз антропометрические данные. Слышим Тони Томпсона. Серьезно настроен. Посмотрим, не улетучится ли этот настрой так раунда после 5-6. Но многие предсказывают, что бой не продлится все 12 раундов, что Кличко победит, и это произойдет где-то в средних раундах. Я того же мнения, не потому, что мне хотелось бы этого, а потому, что так, скорее всего, и получится. Два поражения у Тони Томпсона, в одном мы уже много поговорили, ну а первое он потерпел всего лишь спустя, после 6 месяцев занятий профессиональным боксом от Эрика Киркланда, который тогда считался восходящей звездой. Были и тот, и другой непобедимы. Эрик Киркланд сумел выиграть у Томпсона. Владимир Кличко. 60 боев за его плечами, 57 побед, 50 нокаутов и 3 поражения. Тони Томпсон очень хочет стать четвертым человеком, которому удалось справиться с Владимиром Кличко. Сейчас это сделать значительно сложнее, чем в 2004 или 2003. Сейчас Владимир Кличко не позволяет себе такой роскоши, как пропускать тяжелые удары, как было в боях против Кори Сандерса и Леймонта Брюстера. Итак, я вот увидел такой злость в глазах американца. Как-то собрался он буквально в мгновение перед ударом гонга. Ну что, ваши ставки, Андрей, будет с самого начала, как мы предполагали, Владимир из-за джеба действовать, подключая правую периодически, или же чем-то нас удивит? Я уверен, Владимир не будет менять тактики. Он также и будет действовать очень аккуратно, не будет рисковать. Несмотря на то, что он знает прекрасно своего соперника и боксировал с ним. Вот. А Томпсон должен пойти вперед. Ему деваться некуда, потому что он в техническом плане несколько слабее. Он чуть пониже ростом. И ему нужно идти вперед, чтобы доставать соперника. Он менее атлетичен. Арсенал у него, не скажу, что сильно беднее, но вот пользоваться им должным образом он не умеет. Владимир Кличко
всем тем, что нарабатывалось в зале вместе с Эммануэлем Стюардом и спарринг-партнерами, пользуется идеально. Может быть, он не так часто разнообразит свои действия, но владеет всеми приемами. Ну, на мой взгляд, вот, Владимир не просто умеет боксировать с левшами, а это как раз под него, потому что большинство своих нокаутов он заканчивает правой рукой. Так вот, немножко так вот сверху вниз. Ну, здесь соперник несколько иной, он все-таки выше, намного выше, чем прежние претенденты на титул и оппоненты Кличко. Тем не менее, вот цель перед ним. И он будет пытаться все-таки своей правой. Во-первых, он замаскирует свой сильнейший удар, как-то будет отвлекать соперника и крайне редко наносить его. Ну, мне кажется, мне видится. Вернее, что нокаут будет, и будет именно вот сильнейший правый. Парадокс в том, что все знают, что будет делать Владимир Кличко. Это ни для кого не секрет. Да, в том-то и дело. Все знают, все готовятся к этому, и никто не может эту тактику как-то поменять, разломать ее. Там, не знаю, но Кличко, они очень стабильные, и они постоянные. Это их конек, это они их... Очень сильны физически. Вот прорваться за переднюю руку никому не удается. Вот, огрызается Томпсон. Томпсону нужно попадать слева. Это его главный шанс. Левый прямой. Ну, руки у него короче. Вот постоянно поджимает, загоняет таким образом в угол. Так вот, джебом, толчком Кличко своего соперника. И здесь уже пытается разрушить всю его защиту. Ну, пока еще не был. Я говорю, он маскирует свой удар с правой. Just start working the jab a little more. You just said you start working the jab a little, and then if you step it up, this fight's over with. Мануэль Стюарт в перерыве спокойным голосом, но все же достаточно настойчиво говорил, что долговато ты ждешь, слишком долго. Да, джеб, но нужно подключать и правую, и паузы не должны быть такими большими. И джеба, по сути, мы от Владимира в первом раунде не увидели. Так, приглашал он Томпсона показать, на что он способен. Раскрыть все карты. Знаете, от боя к бою Кличко все растет и растет. Он на самом деле становится намного ярче, интереснее, мощнее, увереннее. До скольки лет он будет выступать, никто не знает, даже, скорее всего, он сам. Но раз уж его брат Виталий, которому 40 лет, находится примерно в такой же идеальной физической форме, значит, я догадываюсь, что долго. Какой смысл ему сейчас заканчивать свою карьеру, когда он на самом пике, в свои 36 лет. Да, и может с современным мастерством справляться, ну, со всеми оппонентами, которые есть в первых десятках мировых рейтингов. Ну вот чем Томпсон отличается от предыдущих соперников Кличко тем, что он вышел побеждать, а не просто так отстоять. Вот вспомните, опять же, тот бой с Мармеком, ну, там вообще это было жалко смотреть, на самом деле. Здесь совершенно другая ситуация.
Он не бегает. Вот тот эпизод, который сейчас произошел, довольно типичен для Томпсона в том плане, что он частенько теряет равновесие. Это есть у него такой грешок. Пытается сам нащупать джебом. Иногда вот складывается впечатление, что он в паузы заставляет себя буквально идти за переднюю ногу Владимира Кличко. То, что и должен делать левша. А я заметил, что Кличко очень умело сбивает с толку, особенно своей левой рукой, Томпсона. И как бы тот момент, когда Томпсон хочет нанести удар сильнейший, какой-то его берет какой-то испуг, и он делает это очень медленно. Ну вот сейчас пропустил два удара подряд. Сумел смягчить их перчатками. Но все же это была уже атака. Начинает доставать, начинает нащупывать противника Владимир. Томпсон, если он хочет выиграть, ни в коем случае нельзя позволять ему. Я думаю, что в дальнейшем Кличко будет атаковать правым боковым таким длинным крюком, потому что ему позволяет длина руки сделать это. Против Владимира нужно, так, нужно движение. Это был нокдаун или нет? Нет, подскользнулся опять-таки за счет давления. Давайте посмотрим. Но это было попадание и падение после удара. По-моему, просто оттолкнул противника, и ничего там страшного не было. Барри Хантер, тренер Томпсона, заводил своего подопечного. Давай работать уже, пора начинать. И требует от него сдвоенный, стройный джеб. Но попробуй, выброси правой рукой, обведи левую Владимира, которая постоянно маячит перед глазами, не дает прицеливаться, да и к тому же угрожает ударом. Потому что и короткий джеб у Кличко очень и очень ощутим соперником. Движение нужно. Против Владимира Кличко нужно движение, риск в определенной мере и скорость. Движения у Томпсона нету. Рисковать пока что он не намерен. И не сказать, что в скорости он может чем-то похвастать. Да, намного медленнее. Поэтому Кличко. Вот какие козыри могут быть у Томпсона? Только пытаться... Только встречный удар. Встречный удар и размен попытаться вывести. Но это сделать очень сложно, потому что Кличко откровенно атакует крайне редко. Он так вот запюкивает этим своим длинным джебом, рушит защиту, а потом уже находит уязвимое место. Обыграть его на джебе очень сложно, и можно легко налететь на встречный удар. Но если уж Томпсон не может работать первым номером, ему нужно что-то придумать такое. Скорее всего, длинные контратаки. Вот в такой атаке, например, не клинч, а если бы удар дошел до цели. Но если бы до кобы и студии, это все очень звучит красиво. Но Томпсон теряется. Он не решается сделать что-то неожиданное, конкретное, потому что его уже задергали. Он уже несколько раз пропустил же. Ну да. В то время, как Владимир-то ни одного серьезного удара не ощутил.
Ну и вот так бывает всегда. Как правило, соперники в моральном плане сдаются, соперники Кличко сдаются уже где-то к 7-8 раунду. Ну вот здесь что-то попытался на ногах изобразить Владимир. И если бы не испугался этого Тони Томпсон, то слева боковой мог бы потрясти Кличко. Но опять-таки это все сослагательное наклонение. И вот сейчас мог нарваться. Вот прошел встречный удар сейчас. Причем непонятно, зачем начинает это делать Владимир так рано. Не в его это стиле. Ну да, я согласен. Но все равно он действует более-менее осторожно, потому что такая вот мощь нависла над Томпсоном. Хочет сделать Кличко что-то более такое серьезное. Ну и, наверное, сделает в следующем раунде. Ну вот разница подходов тренеров. Хантер требует веры в себя. Ты веришь, парень мой? Да, я верю. Иди вперед и бейся. И Эммануэль Стюарт. Да, ты уже прицелился. Еще немного джебов. Подключай правую. У тебя хороший тайминг, но уже пора попадать. То есть все по делу. Эмоциональной накачки Владимиру совершенно не нужно. Ему как раз нужна осторожность сейчас. Он немножко делает нечто больше, чем в предыдущих боях. И прям откровенно идет вперед. Еще пусть даже не атакует, но как-то вот давит соперника. Я думаю, что он будет еще все чаще и чаще поджимать. И он все-таки маскирует свой сильнейший удар. Ему нельзя открывать все козыри. Потому что после, ну, хорошо защитился Томпсон. Знаете, как бывает. Несколько раз так вот точно и мощно нельзя пробить, потому что ты сам чувствуешь, что соперник ловит тебя на начале удара. Ну вот. Пока блокирует Томпсон, пока он свеж. Пока у него сохранилась скорость. Ну да, все болеют за Владимира. По крайней мере, дружно скандируют. Конечно же, как всегда, очень много болельщиков с Украины, да вообще со всего мира приехало. Из Германии поклонников, бесспорно. Только пересечь границу. Ну а секундант Томпсона очень так вот откровенно заставляет, let's go, он кричит постоянно и заставляет боксера быть активнее. Ну вот, что-то уже более-менее серьезно. Но надо дать должное, парень Томпсон терпеливый. Он может выдержать трепку. Правда, это нисколько не приблизит его к победе. Ну и потом такое чувство, что Кличко в этот раз решил уже точно доказать, что их прошлый поединок не был случайным, то есть победа нокаутом. И нужно сделать это раньше, чем раньше, чем лучше. Ну вот одна треть поединка уже подходит к завершению. Четыре раунда уже позади. По большому счету ничего серьезного не произошло, но нависла такая некая угроза над американцем. Да, он уже двигается медленнее, и это шанс для Владимира.
tanks closer together, you get them out of here. We go and land our shot, then we go back and we take a holiday. Then we come back here. If you start getting to him a little closer, he won't be able to think that fast. Believe me, you'll have to start putting the pressure a little faster. After exchange, get back to him quick. You get back, you're giving him a lot of time to reorganize. You start getting to him a little faster, he'll start giving. And he's getting tired now. That's about the way he's going to the corner today. He's walking. You have a lot of energy. He's tired. You start putting a little more pressure and start working the jab a little more. The jab still works. Even if you don't faint, and they start getting him busy. But I would put more pressure after the attack. Get back quicker. Don't take so much time in between. I know it's a little awkward with his style and you're worried about getting punched because he's a I ain't come here to do no losing, son. None. Да, вот так вот. Слишком откровенно уже секундант заставляет Томпсона что-то делать, что-то предпринимать. Вот. Первый же удар и сразу попадание. А у Томпсона рассечение левой брови. Пока справляются Катманы, пока не слишком беспокоят. Но это как раз та бровь, которая под прицелом правого кулака Владимира находится. Так что травма будет усугубляться. Ну, я вижу откровенную спортивную злость в глазах Владимира. Прям съедает он глазами своего соперника. Нужен очень скоростной боец, чтобы справиться с Владимиром. Очень быстрый. Ход на удобную дистанцию и несколько ударов. И быстрее, чем сможет справиться с этим Владимир Кучков. Сейчас такого скоростного бойца... Вот, посмотрите, наступил на ногу и подбирался противника Тони Томпсон. Ну, правда, в первом раунде и Владимир также поступал. Ну, пожалуй, только, может быть, Сет Митчелл действительно может быть таким скоростным. Но опять-таки, это все из области фантазий. Наверное, когда-нибудь да встретится с Митчеллом Владимир, потому что он рассматривается в числе претендентов на титул. Не будем, однако, заглядывать за спину и Тони Томпсону. Может быть, он и не сказал еще своего последнего слова. Скорее Но левая всего... у него не работает. И обратите внимание, он все ниже ее опускает. Да. Последняя минута пятого раунда. Да, что-то приостановился немножко темп. Я думаю, что покажет себя в последней минуте Кличко. Вот он зажал соперника в угол. Вот он. Точный удар. И это нокдаун. То, что должно да. было случиться, то случилось. И точно, как мы и предполагали, прямой правой. Замучил соперника, подошел на нужную дистанцию и четко пробил. Потрясен Томпсон, он даже без команды рефери пошел на него, чтобы показать, что с ним все нормально. Будет добивать. Но с ним далеко не все нормально. Достоит ли до конца раунда Тони Томпсон, отвисится ли на Владимире? Вот главный вопрос раунда номер 6. Скорее всего, достоит, потому что остались считанные секунды. Он просто-напросто поднимет руки и будет терпеть. You laying your hands out there, you just laying the punches out there. You giving this man the opportunity to clip you, sir. You hear me? You turn around, man, you wanted this. You fought hard to get back here. Don't go out like this, man. Believe. You got defense, too. He got one hand. You sure? Let's go, man. You got them babies out there. You got me? You brought them here to see this. Let's go. Наставление тренера
Томпсона сводились к тому, что ты верь в себя, ты веришь? Тот отвечает: верю. А я говорю, что я вот то, что вижу. Нет, ты не веришь в себя. Тут дети твои на тебя смотрят. Ты что ж, хочешь, чтобы они увидели, как ты безвольно проигрываешь? Давай иди и справься с этим одноруким чемпионом. Вот как можно называть Владимира Кличко одноруким? Хотя у него и джеб мощнейший, и вот правая, которая отправила в нокдаун в пятом раунде. Я бы сказал, что в шестом. На самом деле это произошло все в пятом. Ну и поединок приближается к середине. Отошел Томпсон от... Ну как же он боится удара? Да, конечно, он напуган. Он даже не видел удара. Он даже не помнит, как это все произошло. И он уступает в скорости на самом деле, в скорости и в мощи. Вообще удивительно, почему всего лишь 2 килограмма разница в весе. Вот так посмотрите на торс Кличко и на торс его соперника. Как будто там килограммов 10 как минимум, только половина туловища весит больше. Тяжелая кость. Полностью сломался рисунок боя у Томпсона. Он практически вообще не касается противника. Ну вот, начинается то, чего мы уже ждали. Скажем так, тот неожиданный удар прошел. Начался страх. Конечно же, снизилась скорость. И страх сковывает просто все движения. Он закрепощает. А у Кличко, наоборот, развязываются руки. И он уже делает все, что хочет. Закрывается Томпсон, то, чего он не делал в начале. Очень. Он такое чувство, что Томпсон уже собирается сдаваться. Он уже не верит в победу. Он уже не знает, что дальше делать. Примерно то же самое, что испытывали все соперники Кличко в предыдущих боях. Пожалуй, один Хей, наверное, как-то вот выглядел более-менее нормально, бодро. Потому что у Хея хорошие ноги, очень координированные. Он мог отбегать, отпятиться по рингу все 12 раундов. Так, это похоже на нокдаун снова, да. Ну не хочет драться Томпсон, все, уже он не хочет. Да и уже и не может. Если даже и встанет, а скорее всего нет. 7. Встает до счета 10, но позволит ли рефери продолжать? Иди ко мне. Не ну, как-то не очень уверенно не идет. Все ясно. Не той походки он вышел из угла. И все закончено для Тони Томпсона, который давал такие авансы, который так расписывал свою подготовку и так верил в себя на словах. Но я чувствую, он получит от своего тренера, потому что очень уж недоволен тренер американца. Да, тренер американца прекрасно понимает, что должно было быть, что произошло и что все это правильно. Но не может ли он это говорить в перерыве. Да. Сейчас ты получишь и ляжешь в шестом раунде. Я был бы очень удивлен, если бы так вел себя тренер. Ну, а очередная 58-я победа Владимира Кличко, 51-й нокаут. И с нетерпением будем ждать объявления следующего соперника Владимира. Кем он будет, можно только догадываться. Каждый предлагает свою версию. Каждый боксер в супертяжелом весе хочет встретиться с Владимиром Кличко, потому что это самый крупный гонорар сулит в карьере. Вроде бы чистых таких попаданий не было. Да нет, конечно. Все, он уже искал возможность, чтобы лечь на пол. И так вот он аккуратно и лег. Посмотрите, ну, ударов не было вообще. Все было вскользь, через защиту. Ну и вот одни толчки, видите. И сымитировал, конечно же, нокаут Томпсон. Отказался, по сути, от наверное, и правильно боя сделал, потому что шансов уже не было, они уже заканчивались. Перспектив стать чемпионом
Ну вот повторю, если взглянуть на рейтинговые десятки, то, наверное, наиболее интересным вариантом представляется встреча Владимира Кличко с Сетом Митчеллом, который занимает вторую строчку WBO. Ни Кубрат Пулев, ни Крис Ариола уже битый, ни Джонатан Бэнкс, ни Руслан Чигаев. Ну, не знаю, кто из этих ребят может какие-то шансы предоставить самому себе в бою против Владимира Кличко. Ну вот, единственное, что Тайсон Фьюри вполне возможно. Тайсон Фьюри еще молод, ему еще подниматься по рейтингу, но вот он теоретически может представлять определенную опасность. Но, наверное, как считает его промоутер, рановато выходить на Владимира Кличко, потому что такой шанс предоставляется один раз. Ну вот у Тони Томпсона только дважды. И, наверное, еще годик посмотрят на действия Фьюри в бою с другими соперниками. Пока что Фьюри смотрится очень-очень неплохо. Заслуженные аплодисменты Владимиру Кличко. Публика получила то, зачем она пришла на Stade de Suisse. Ой, глазик болит. Ой, головка болит, наверное. К этому сводятся жалобы Тони Томпсона. Ну, на самом деле, не будем к нему слишком строги. Он сделал все, что мог. Он тренировался, он готовился, наверное, как к главному поединку в своей карьере. Но возможности современные его невысоки. И не будем забывать, что против него в ринге был лучший супертяжеловес современности. Да. Ну, не расходятся зрители. Они дождутся до конца. Они хотят видеть своего кумира. Они хотят с ним сфотографироваться, чтобы были доказательства, что они были в этом зале. Было бы о чем поговорить в ближайшую неделю. Они обязательно дождутся, когда поднимут руку победителю. Ну, а здесь, в общем-то, выговаривают все, что хотели выговорить. Да, нужно обязательно пожать руку своему сопернику. Принимает свое поражение достойно. И Владимир Кличко ведет себя по-джентльменски. Благодарит и Хантер, Барри Хантер, Кличко за науку, понимая прекрасно, что никаких шансов у его подопечного не было. Ну что ж, будет надевать все пояса сразу, Владимир. Наверное, так, как всегда. Хотя их очень много, этих поясов. 5, по-моему. Ну, 3 основных и еще минорная. Что-то тянут организаторы с награждением. Ну, надо же узнать точную секунду, когда бой был остановлен. Ну, уже это же необходимо. Минут 6, уже 7. Все уже узнали. Вот я вижу микрофон у другого ведущего, Майкл Баффер. Это немного в стороне. Ну вот после драки кулаками не машет, что называется, но показывает, что надо было делать сейчас Тони Томпсон, возможно. Как переносить тяжесть с одной ноги на другую. Ну да ладно. Не будем сильно его критиковать. И так досталось парню. Многочисленная команда. У Владимира Кличко. Ну, что вы хотите? Это серьезный бизнес. И он заслуживает самого серьезного подхода. Здесь мелочей не бывает. Да, ждем следующих соперников. Ждем, кто же бросит вызов. Ну, вызов-то готовы бросить все.
А вот кто будет достойно смотреться? Действительно, если вот говорить, скажем, о Тайсоне Фьюри, это единственный боксер, который будет превосходить Кличко и в весе, и в росте. Но он пока не бросает вызов, точнее, не он, а его. Он пока промоутер говорит об этом, но... Потому что, ну, рано, на самом деле, рано. Он очень сильный, в перспективе будет чемпионом. Надо выждать. Он молодой боксер. 24 года. Да. Годик-полтора для супертяжелого веса – это слишком мало. Victory number 58, knockout number 51, still the IBF, IBO, WBA, WBO heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko! Доктор Железный Молот Владимир Кличко одерживает свою очередную победу, с чем мы его и поздравляем. И надеемся, что и его брат Виталий одержит победу над Мануэлем Чаром, который, кстати говоря, находится в этом зале и наблюдал за боем Владимира. Интересно, что он скажет завтра. Наверняка его... попытает пресса не о своем сопернике, не только о своем сопернике будущем, не только о Виталии, но и о Владимире. Ну вот. Тони Томпсон пытался что-то сделать, Тони Томпсон старался, нельзя ему в этом отказать. Тони Томпсон не боялся, но сделать многого он сегодня в ринге не может. Просто не может против лучшего из лучших. Ликует Стад де Суиз в Берне. И на этом я, Сергей Лазовский, и двукратный чемпион Европы Андрей Шкаликов говорим вам до свидания. Мы смотрели хороший бокс и надеемся делать вместе с вами это и в будущем. До встречи, друзья! Ich sind viele Freunde auch.